Садитесь! Нет, сиди уже. Я-то в порядке, садитесь! Вы не хотите уступить место дедушке? С чего это вдруг? Разве не положено уступать место слабым пожилым людям? Положено. Но верно ли считать, что молодые сильные, а старики слабые? Что? Например, вы не подумали, что у меня может быть серьезное заболевание сердца? Или грыжа межпозвоночного диска? А у вас есть? Нет. Что? Этому мужчине на вид 60 лет. Но он ходит в спортзал, его сумка изношена, потому что он часто тренируется. Его грудные мышцы хорошо развиты, и у него в наличии 6 кубиков пресса. Я даже чувствую напряжение мышц через штаны. Физически он гораздо лучше развит, чем хрупкий я. Но это же... А еще этот спортзал, рядом с этой станцией. Ему ехать нужно было всего минуты две, так что и садиться не обязательно. Да, он и сам не хотел. Вот почему я не стал. Вот и все. У тебя есть возраст.